Это грецкий абрикос, скороплодная форма, орех идеал. Вот июль месяц. Вот такие уже орешки висят гроздями. Вторые не поспели, из-за сухого воздуха осыпались. Вот. Орешки висят гроздями. Тут тоже крупный, то есть в этом году нормальный будет урожай. Осенью покажу вам результат плодов. То есть вот это скороплодный орех. Уже выше забора. Вот. Это вторые соцветия, но они сохнут. У нас очень сухо. За все лето был всего один раз нормальный дождик. Вот. Приходится поливать все. Вот такой вот орешек. Покажу ствол. Рядом смородина. Все говорят, что с грецким орехом ничего рядом не растет. Нет, вот черный рубин, смородина. Отлично себя чувствует. Здесь еще один орешек. Тут же тутовник. Вон ягодки на нем уже спеют. Причем посажен в прошлом году. Вот черные ягодки. Ну, это молодое деревце. Посажено было в августе в прошлом году. Вот, вот еще просыпается шелковец. Готовы к посадке. Вот. Спрашивайте, комментируйте по грецкому ореху. В принципе, особой сложности нету. Вырастить его на Урале и собирать урожай хороших крупных грецких орехов. Вот. Всем привет!